тебя люблю. Я очень рад, что 11 лет назад я тебя повстречал, а ты повстречал меня. Причем это произошло на этой турецкой земле. Я очень рад, что в тот момент, когда я тебя повстречал, я понял, что все-таки, наверное, надо больше обратить внимание и как-то больше что-то сделать для того, чтобы тебя не отпустить. Потому что они растут у нас очень хорошими, я их тоже очень люблю. Я хочу пожелать тебе на будущее реализовать себя, потому что ты двигаешься к этому очень стремительно, и окружающие это замечают, и ты тянешь даже окружающих вокруг себя в какие-то свои, к своим достижениям. Я хочу пожелать тебе, чтобы эта энергия тебе не закончилась, чтобы ты продолжала раздавать ее всем нам, потому что мы ее очень хорошо ощущаем, подпитываемся ей. И я хочу, чтобы всегда-всегда ты была рядом со мной.